привет. Я знаю, многие очень долго ждали бьюти-завтрак, и мне очень приятно, что вам полюбилась эта рубрика. Последний бьюти-завтрак был аж в августе, по-моему, а сейчас уже середина ноября. Как вы знаете, в сентябре мы переехали, и было не до этого, в октябре тоже как-то не сложилось. Но вот, наконец-то ноябрьский бьюти-завтрак. Начнем с того, что обычно я говорю, что ем, или, как в данном случае, что пью. Я надеюсь, что вы тоже подготовились. У меня здесь кофе. Это Славика кружка с буквой S, точнее, это буква C, но какая разница. И да, заранее покажу вам, я только что делала маникюр. А вот такой лак я использовала, это Essie Making Me Happy. Я еще хотела несколько ногтей сделать блестками, но они оказались не очень плотными, и нужно очень много слоев, чтобы получить именно вот такое покрытие, поэтому я, наверное, займусь этим чуть попозже. Напишите мне в комментариях, что вы пьете за просмотром этого видео. А теперь делаем вместе. И обязательно нужно сделать так. Все, поехали. Итак, я вам обещала, что покажу вам свой новый планер, свой новый ежедневник на 2017 год. И вы помните, я уже рассказывала о нем в влоге, потому что у меня был купон на скидку 10%. И я знаю, что многие воспользовались купоном, потому что я получила все ваши сообщения с фото этого ежедневника. Я очень рада, что все, кто его заказал, остались довольными, такими же довольными, как и я, потому что он реально очень крутой. Я уже говорила, когда я его увидела, я сразу решила, что это будет мой ежедневник на 2017 год. Когда он мне пришел, я не то что разочаровалась, я наоборот очаровалась неожиданно супер крутым качеством. Реально этот планер стоит своих денег, вот каждой копейки. Это чувствуется, когда вы берете его в руки. Реклама, реклама, скажут, что это была реклама. Надо сказать, что он идет в двух цветах, в розовом и черном, с тиснением под розовое золото. Я хочу подробно его показать, чтобы вы могли увидеть и понять, как он устроен. В общем, это, кстати, да, это та самая ручка, которую я показывала в фаворитах. Она идеально сюда подошла, я как знала, как чувствовала. Когда вы его открываете, вы увидите вот эти вот горошки, которые лично мне задают вот сразу хорошее настроение. Такой, знаете, девчачий паттерн. Затем вы сможете прочитать о девчонках, которые создали этот планер, а также их советы о том, как пользоваться этим ежедневником. Затем на следующем развороте находится календарь на 2017 и 2018 год. И обратите внимание на шрифт. Он меня просто подкупил. Затем вы сможете записать то, чего вы добились в 2016 году, чего достигли, чему научились, и спроектировать то, что вы хотели бы достичь в 2017. На следующем развороте можно создать vision board. Я думаю, что это будет первое, что я сделаю. Если хотите, я могу снять процесс создания на камеру. Дальше, на следующем развороте у нас идут цели и путь их достижения в различных сферах, таких как работа, карьера, здоровье, отношения, ну и что-то личное. Теперь мы непосредственно таки переходим к планеру. Как вы видите, здесь у нас обозначение января, здесь у нас высказывание какое-то полезное и, собственно говоря, сам ежедневник. Теперь мы непосредственно переходим к планеру по месяцам и неделям. В начале каждого месяца будет календарь. И я вам честно скажу, я очень люблю такой формат, это для меня удобно. Кстати, я вам показывала, я веду такой же календарь, только в большом формате. Он у меня стоит на столе, и я туда записываю различные дела и планы. Начинается планер с последней недели декабря, и после каждой недели вы можете записать вот здесь вот. Что интересного вы узнали? Что успели сделать? Подытожить свою неделю. Еще мне очень нравится, что в этом ежедневнике между неделями есть такие интересные проекты, вот как здесь, например, Happiness Bank, где советуется взять вот такую вот банку прозрачную и каждый день в 2017 году записывать на бумажечках какие-то интересные высказывания, какие-то выражения, вот что-то, что вас вдохновляет, и все это складывать в банку, и потом в конце года все это достать и почитать. Мне кажется, это отличная идея. Итак, давайте теперь подробнее о том, как здесь устроена неделя. Как вы можете видеть, слева вверху вы можете записать важные цели, планы, и затем уже идут все дни недели. Возле каждого дня есть to-do-лист. Мне кажется, это очень полезно, потому что я лично постоянно составляю такие списки. Еще вы можете заметить, что в каждом дне вверху идет такая розовая строчка «Top Priority». Мне кажется, это тоже очень удобным, так как можно сразу записать, что самое важное вам обязательно нужно сделать сегодня. Собственно говоря, так и выглядит планер с красивыми картинками в начале каждого месяца, с высказываниями, какими-то интересными идеями и даже рецептами. Например,
рецепт манго-сорбет. Лично мне он кажется очень удобным и стильным. Я очень рада, что совершенно случайно его нашла в Инстаграме. Я оставлю вам ссылку на веб-сайт в описании, если кто-то захочет посмотреть его подробнее. Так что да, это мой новый планер, и я уже, честно говоря, жду не дождусь 2017 года, чтобы начать им пользоваться. Теперь давайте я вам расскажу про рождественскую коллекцию от The Body Shop. Я знаю, что очень многие интересовались, многие спрашивали, не у всех еще в странах представлена эта коллекция, в UK она уже вышла. В общем, это самая дикая, как они сами говорят, коллекция, самая дикая компания. Я не знаю, знаете вы или нет, но в этом году The Body Shop исполнилось 40 лет, и они запустили кампанию, в которой за каждый купленный подарок они восстанавливают 1 квадратный метр леса. Очень часто происходит незаконная вырубка леса, и в лесах остаются такие, как шрамы, и тогда животные с одной части леса не могут попасть в другую, и наоборот. И, в общем, как раз в этом году The Body Shop занялись созданием биомостов, с помощью которых можно соединить две половинки. Именно поэтому, несмотря на то, что The Body Shop подарили мне некоторые продукты из новой коллекции, я все равно купила себе еще парочку. Кто помнит, в прошлом году я попросила создать рождественскую линейку с черной смородиной. Уверена, что вы помните. Так вот, в этом году мне удалось познакомиться лично с человеком, который придумывает все эти сезонные лимитки. И это мужчина, кстати говоря, я была даже немножко удивлена. Так вот, на тот момент рождественская коллекция еще не вышла, я спросила у него, не хочет ли он рассмотреть идею с черной смородиной, на что он, конечно же, сказал, что это отличная идея, но, наверное, из вежливости, скорее всего. И он сказал, что как раз сейчас он думает над коллекцией 2017 года. Я не знаю, сделают они или нет когда-нибудь эту линейку, но, по крайней мере, я сделала все, что могла. Так вот, когда я спросила, что же будет в этом году, он мне сказал, что это будут ягоды. И вот вы можете наблюдать два продукта из этой линейки под названием Frosted Berries. Скорее всего, это переведут как морозные ягоды. Линейка с клюквой, черной смородиной и малиной, с белыми цветами, кремовым пралине и сладкой ванилью. По факту в составе я нашла только клюквенный сок. Ни черной смородины, ни малины там нет. Соответственно, это, скорее всего, просто отдушка, потому что когда вдыхаешь этот аромат, то чувствуется именно смесь ягод, и мне кажется, что малиной все-таки пахнет больше, по крайней мере для меня. Я взяла себе гель для душа и баттер для тела, потому что это те продукты, которые всегда нужны. Следующая линейка под названием «Ванила чай». К сожалению, у меня нет продуктов, чтобы вам показать, просто потому что это не совсем мой аромат. Это пряная линейка, я все-таки больше люблю фруктово-пряный. Хотя я уверена, что многим именно «Ванила чай» тоже очень сильно понравится, потому что он такой очень теплый и согревающий. И третья лимитированная линейка «Spiced Apple». Возможно, название переведут как «Пряное яблоко», я не уверена. Так вот, эту линейку мне подарили The Body Shop, поэтому у меня здесь есть и гель для душа, и баттер для тела, и пена для ванны, и еще есть вот такой вот бальзам для губ. Может быть, вы помните, в прошлом году они вернули лимитку Glazed Apple. Так вот, Spiced Apple отличается все-таки пряностью. Для меня это запах теплого яблочного пирога с корицей. Вот как бы я описала эту серию. И да, заметили ли вы что-то странное на моем баттере? Надеюсь, что заметили. В общем, в этом году вы можете выбрать любой баттер и кастомизировать наклейку любым именем. По-моему, это очень крутой подарок. Вроде бы незамысловатый, казалось бы, просто баттер. Но кто откажется от баттера от The Body Shop? Я думаю, все знают, что это, наверное, уже культовый продукт, тем более, когда на нем ваше имя. Мне кажется, никто не откажется. Вот и я теперь балдею от такого подарка, который мне сделали The Body Shop. Как вы видите, здесь панда, и написано «I'm wild about Ярослава», что не может не радовать. Кстати, на время Рождества они еще возвращают одну из моих самых любимых линеек, это British Rose, британская роза, поэтому если вы тоже ее любите, имейте это в виду. А сейчас хочу поделиться с вами парочкой помад, которые мне очень понравились и на которые я советовала бы вам обратить внимание. Первая помадка от Urban Decay, это матовая помада в оттенке Disturbed. Это очень красивый такой темный оттенок, такой, знаете, прям ноябрьский-ноябрьский. Она не до конца матовая, я ее обычно промакиваю салфеткой, но она, конечно, и не сушит губы, как матовая помада. Очень красивый, очень смелый оттенок. Мне она очень нравится, мне кажется, на конец осени, на начало зимы вот прям хочется таких темных оттенков. И еще две помады, просто сюрприз для меня. Это матовые помады от The Body Shop, это жидкая матовая кремовая помада.
Я честно вам скажу, я очень обрадовалась качеству. У меня есть две. Такая более нюдовая в оттенке камелия 0.34 и красновато-малиновая гибискус 0.16. Они очень кремовые, они легко наносятся, они быстро подсыхают и становятся матовые. И знаете, что самое интересное, что они не сушат губы, но при этом они очень стойкие. Я вот честно, я была просто поражена, когда впервые их потестировала, потому что действительно очень достойные матовые помады, отличного просто качества, я вам советую пойти их потестить. Ну что ж, на этом все, моя рука окончательно засвочена, мой кофе уже замерз, мне придется сейчас отталкивать льдины от краев, но это не важно. Кстати, я все-таки купила эту книжку, может быть, вы помните, в одном из влогов возле платформы 9 3/4 раздавали первую главу. И вы знаете, я прочитала ее, мне так понравилось, как-то так живо, так весело написано, поэтому как только у меня дойдут руки ее прочитать, я поделюсь с вами своим мнением. А пока что это все, надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то ставьте лайк, если нет, то ну тогда ставьте дизлайк, чего уж там. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте попытать удачу и поучаствовать в конкурсе, в котором вы можете выиграть просто мешок косметики от Benefit. На этом я заканчиваю. Желаю вам супер крутого дня. Пока!